Друзья, с вами я, мистер Леспро, и сегодня я буду вам покажу, как построить такой домик на выживание. Можете осмотреть его, да-да, он такой красивый. Для этого нам понадобятся вот такие ресурсы. Да, вот, вот они у меня все в инвентаре. Значит, мы вон тут построим такой же дом. А что? Для этого нам понадобится. Так, ставим тут дом и отсчитываем еще 11 блоков. Все 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. На 11 ставим дом. Ну вы поняли, 12 блоков туда. Раз, два, три, 4, 5, 6. Уйди, уйди. Курочка! Курочка, давай ты отойдешь. Так, я уже сбился. Так. Раз, два. Блин, а вы понимаете, все так сложно, блин. Так, мы это уберем для начала. Так. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ставим сюда. И отсчитываем туда 6 блоков. Ну, 3, 4, 5. И шестой блок. Также мы отсчитываем тут 6 блоков. Давайте. Раз, два, три, 4, 5. И на шестой ставим. А потом, как вы поняли, мы должны соединить их. Давайте вот так вот. Раз, два, три, 4. Ну, вот. Дальше мы поднимаем это все на высоту. Один блок. Тут заполняем мы... Как хотите, полублоками. Сейчас я вернусь, когда заполню пол. Ну вот, мы подняли на один блок. Теперь вот этим всем обходим. Только мы тут, смотрите, что должны сделать. Вот так, раз, два. Ну, типа, это вот, как видите, будет подставка для той штуки. Ну, я специально, типа, когда мы заполнили, типа, такой фокусик маленький, типа, чтобы вы удивились, типа, ну, давайте вы подпишитесь на канал, поставьте лайк. Что там? Вот, спускайте снизу, ставите лайк и подписывайтесь на канал. У меня есть друг один, ссылочка будет в описании, он делает отличные шапочки. Посмотрите, вот, вот, зайдите на сейчас мой канал и посмотрите, какая крутая шапочка. Он мне ее сделал. Такие уж у него дорогие шапочки. 10% он дает моим подписчикам, кто подписался на канал. Уже все мои подписчики, их всего 15, жаль. Меня смотрят всего 88 без подписки процентов, понимаете? И как бы мне это еще и грустно. Поэтому давайте вы подпишитесь на канал. Зато вы и получите на свой канал отличную шапочку. Чё? А от меня, может быть, если вы оставите там в комментариях свои каналы или чего-то там, от меня получите бесплатный пиар. Я смогу через него также пропиарить. Ну, типа, ну, это если вы подписаны на мой канал и, типа, поставите лайк. Давайте. Все в ваших руках. 10% скидочка тем, кто на меня подписался. Уже 15 человек получили от меня... Блин, надо было поднять это все на один блок. Знаете, какой я хороший, блин. Объясняльчик, сейчас подниму один блок. Ну все, я поднял, наконец-то, дом на один блок. Как видите, поставил заборчики. Нам теперь осталось просто теперь доделать, ну, вы сейчас поймете. Вы говорите, а зачем нам заборчики? Я говорю, для крыши. Ну, типа, не для крыши, а для окон, блин. Вот, пожалуйста, подпишитесь на канал, тогда я, ну, понимаете, перестану так заговаривать. Потому что, ну, я в шоке, на меня всего лишь смотрят всего 11% без подписки. Пожалуйста, подпишитесь. И заснимите какую, вот, как, ну, скажите, какую игру мне еще заснять. Абсолютно любую, напишите. Free Fire, Roblox, какую хотите, просто. Тут меня уже... Понимаю, я не умею монтировать. Ну, вы просто мне еще скажите, блин. Ну, типа, как все монтировать? А то понимаете, вы мне ничего не говорите, блин. Ну, как, ну, типа, ну, так, мы тут чуть-чуть поговорим, забыл, прости. Ну, вы
Простите, ну дайте мне хотя бы еще одну шутку. Понимаете, я тут для вас стараюсь бы. Вот видите, как тут. Обязательно. Обязательно, чтоб были вот-вот. Ну тут были плиты. Ставим тут двери, которые я не взял. Какой я растяпа. Ну, все равно вы, надеюсь, подпишитесь на канал. Я наконец-то от такой растяпинности на меня придет. Вот, как видите, мы сделали. Теперь делаем потолок полублоками. Это обязательно давайте. Обязательно. Сейчас вернусь, когда сделаю. Ну, вот так вот у нас примерно должно выйти. Обязательно тут такой мини-люк делаем. А теперь смотрите, что мы делаем. Берем люки и обставляем весь дом. Ну, я вам сейчас покажу, как. Представляете, у нас сейчас за окном ливень идет. Вот так вот. У нас идет за окном ливень. И в Майнкрафте сейчас только что шел ливень. Вот так вот. Давайте вернусь, когда все заполню. А то будет большое видео, вам будет неинтересно. Все, доделал последний люк. Как видите, весь дом в люке. А теперь смотрите, что мы делаем. Что у нас тут? Вы ничего не замечаете? А мы должны сделать мини-площадку из полублоков. Смотрите. Так, так, так. Сейчас я ее опять сделал. Ну ладно, давайте хотя бы площадку я вам покажу, как сделать. А то потом вы подумаете, что-то так много пауз вообще. Ну вот так вот. Да-да. И смотрите, что мы делаем. Что тут у нас? Что? Что, вы ничего не замечаете? Конечно, вы заметили. Мы сейчас сделаем трубу. Так, так, так. Так, так, так. Мы ее должны поднять на 4 блока. Давайте. Раз, два, три. Ну, уже 4 типа. Ну, вы поняли, да? Давайте. Я вам еще раз напоминаю, пожалуйста. Подпишитесь на мой канал. Я вас очень сильно прошу. Поставьте лайкосики. Ну, вы понимаете. Подпишитесь на канал. Будет вам пиар, будет вам шапочка на канал. Давайте сейчас доделаю вот эти крышу, но мы заполняем вот, смотрите, вот этим. Ну, еще обставляем вот этим типа вокруг. Ну, вы поняли, давайте я сейчас... Ну, вот так вот у нас вышел дом. Вот, оцените, давайте от 1 до 10 сейчас высветится подсказка тут. И значит, ну, я забыла, короче. Одну вещь, декор. Тут, как видите, его нет. Но мы сделаем внутренний декор. Заходим. Сейчас поменяю двери. И оцените декор. Та-дам! Оцените, давайте, декор. Сейчас мы внутри посмотрим. Тут я цветочки решил разместить. Ну, это по вашему вкусу. Тут у нас мини... Ну, тут мы читаем, пишем. Смотрите, как уютненько. Тут можно посидеть, покушать, сундучки. Ну, короче, подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Мистер Лиспро. Всем удачи и всем пока!